Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Сыроежка ломкая встречается часто на кислых почвах в лиственных, смешанных и хвойных лесах под березами, соснами, дубами, грабами. Встречается в хвойных и лиственных лесах с августа по октябрь. Реже с июня растет гриб в Карелии, в средней полосе европейской части. Шляпка 2-6 см диаметром, в раннем возрасте выпуклая, затем от раскрытой до вогнутой, по краю с короткими рубчиками, просвечивающими пластинками, розово-фиолетового, местами серо-зеленоватого цвета. Ножка белая, 3-7 см длиной, ровная, белая, цилиндрическая, мучнистая, пластинки долго остаются белыми, потом становятся желтоватыми, иногда с зубчатым краем. Мякоть с сильно жгучим вкусом, споровый порошок белый. Споры бесцветные, с амилоидным сетчатым орнаментом, имеют вид коротких эллипсов. Гриб условно съедобен, четвертой категории, употребляется только соленым. В сыром виде может вызвать легкое желудочно-кишечное отравление.